Ё-моё, вот это он рубит. Офигеть. Рыцаря делаем тогда. Блин, он в лучницу. Давайте его бомбанем сейчас. Троих сразу, неплохо. Так, ребишку берем. Заморозили их. Вот это он валит. Наверное, пока... Да, ох, вообще. Смотрите, он ударит и назад еще. Отлетает. Всем привет, это канал Game Movies. И сегодня мы продолжаем проходить Tower Conquest. Вот наш отряд, и давайте с ним в бой сходим. Так, у нас на этих проклятых землях, вот предпоследняя локация. А не, последняя, это ж сундук там потом, и все. Мы, наверное, кого-то новенького откроем. Так, смотрите, против нас опять этот волк, который прыгает. Да, и против нас еще, я не знаю, кто это, босс, наверное, у них такой, или что это? Ладно, давайте в бой пойдем, а там посмотрим. Так, ну что, сразу я ману делаю. Улучшение на ману. Еще раз на ману. Так, давай, мана, улучшайся. Так, пришла это. Ого, надо этого взрывающегося делать сразу за 200, который... Сейчас он взорвет его. А потом, наверное, рыцаря делать. Да, рыцаря надо делать сейчас. Ну, взрывайся. Отлично, так. Ману забираем, улучшаем. О, смотрите, он его оглушил. У него 5% оглушения есть. Так, делаем молотильщика. О, нет, он сейчас взорвет его. Ё-моё. Ну ладно, хоть рыцарь выжил тогда. Ёлки-палки, волк, нужно молотильщика делать, он его сейчас перепрыгнет, но молотильщик его задержит. Так, ману максимум делаем. И сейчас можно вызвать босса. Так, делаем босса тогда сразу. Пускай босс их сдерживает. Ладно, что там у нас дальше? О, это у них босс косой такой пришел. Так, ману пока что улучшаем. Вот это да. Да. Ладно, давайте тогда... Так, стоп, карточка. Ё-моё, вот это он рубит. Офигеть. Рыцаря делаем тогда. Блин, он в лучницу. Давайте его бомбанем сейчас. Троих сразу, неплохо. Так, ребишку берем. Заморозили их. Так, молотильщика, рыцаря, лучницу. Всех по максимуму делаем, потому что маны у нас уже максимум, так что можно особо... Так, смотрите, мы сейчас босса этого замочим. Так, 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 кого делаем? Молотильщика, взрывающегося, рыцаря. Блин, волк прыгает. А, он в рыцаря прыгнул, нормально. Так, карточку забираем, монетку забираем. Все, положили босса мы их нема. Так, смотрите, все. Маны максимум, и у меня еще все на перезарядке. О, я могу босса опять второй раз вызвать за игру. Блин, смотрите, волк прямо в лучниц прыгает. Но это его не спасло. Так, делаем всех по максимуму. Маны хватает. Так, взрывающегося тоже делаем. И сейчас можно, кстати, по их башне бомбануть будет. Способностью фаербол вот этим вот. Так, а не, не, попал в башню, нормально, все. Все, мочим их конкретно тут. Так, последний удар, все, замочили башню. Отлично, но это было просто изи. Так, давайте посмотрим, что у нас там дальше будет. Нам что-то дать должны были в этом сундуке. Так. О, смотрите, новая локация будет еще. Какие-то тут роботы появятся новенькие. Так, смотрим, что в сундуке у нас. Сундук нежити. Так, это 7 карточек у меня получается на башню. Это будет башня. Так, а сколько у меня там нужно? Так, где тут армия? А, стоп, подожди, а тут что было? Квесты? А, нужно 5 кристалликов забрать, нормально. Так, армия. И вот здесь вот мне нужно кого-то улучшить. А, не, не улучшить, в смысле... Вот, разблокировать эту кричащую штуковину. Ну, правда, я не знаю, нормальная она, ненормальная. Может ее заменить, в принципе, на лучницу? Хотя лучница у меня уже как бы, ну, обновленная, у нее там огненные стрелы 5% есть. Я не знаю, может быть, пока не буду. Ее все равно тренировать придется. Ну, в смысле, уровень повышать. Так, а вот башня костей. Мне нужны 3 карточки, и я смогу ее тогда разблокировать. Так, ладно, здесь у нас тоже вон молотильщик, уже скоро второй уровень будет. Неплохо. Так, этих пока нету. Так, 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 а здесь что? Не, не могу пока разблокировать, точно. Ладно,
Давайте дальше пойдем. Смотреть, что там дальше у нас. Вот первый уровень на этой локации. Смотрите, кто это такой с бластером, с каким-то с пушкой у него из груди торчит. Ничего себе. И у них, видите, этот вот со щитом 8 уровня. Вообще. Ну что, ману улучшаем. Кстати, какое-то мелкое очень расстояние между башнями. В этот раз. Ну это потому, что, наверное, самое начало. Так, делаем сразу молотильщика. Он их вроде бы нормально. Так, а что он будет делать? Ого! Вот это он бомбит! Ничего себе, давайте взрывающегося. Что? Моего взрывающегося сразу же размолотили. Вы это видели, как это так? Он даже подойти не успел. Этот пушка вообще капец, как он бьет. Так, ману давайте хоть улучшим. Блин, смотрите, у молотильщика сколько жизни осталось. Вот это он валит. Наверное, пока... Да, ох, вообще. Смотрите, он ударит и назад еще отлетает, чтобы я его достать не мог. Блин, даже лучницу не вызвать, он ее тоже с одного удара снесет, наверное. Фаерболом надо бомбить их. Вот, отлично, щиты прям потеряли свои. Так, давайте, молотильщика делаем. Рыцаря делаем, ману улучшаем. Блин, вообще они, короче, валят. Конкретно, сейчас молотильщика нужно быстрее делать. Так, делаем быстрее молотильщика. Так, и взрывающегося нужно делать. Вот, блин, взрывайся, давай. Так, нормально, ладно, задержал их немножко. Рыцарь, молотильщик. Давайте молотите их там. А то хана мне. Так, хоть лучницу давайте, пускай лучница хоть стрельнет один раз. Так, 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 молотильщика делаем. Надо фаерболом вот в этих попасть. Так, давай, фаерболом. Нормально, нормально, щиты там поотлетали. Взрывающегося делаем. Пускай он хоть... Да ё-моё, вот это они, конечно, давят на меня. Вообще не могу ничего сделать. Где мои воины? Блин, и башню еще подбили тоже. Ёлки-палки, вот это они, конечно, эти пушки вообще. Еще трое тут. Так, давай, рыцарь, выходи. Покажи им, где раки зимуют. Не, ну конечно, два хоть лучница, может, издалека будет. Да какой издалека? Все, лучницу замочили. Рыцарь, давай, выходи. Вот это вот что такое? Я какую-то способность взял. Не знаю, что это было, не успел даже посмотреть. Блин, ну какая суровая битва идет. Мою башню, кстати, подбили, я уже не смогу там полностью очки получить. О, босса давайте. Так, я карточку, кстати, забрал. Со счетом этого. Давай, ну босса хоть, босс, сделай что-нибудь. Смотрите, у него уже жизни меньше половины. Фаерболом мочим башню их. Так, ладно. Ну, конечно, эти пушки вообще офигевшие. На молотильщика надо делать. Лучницу делать. Ну, я выиграл, конечно, но... С большими потерями. Вон башню мою. И время... На время тоже не получилось пройти. Надо будет потом переиграть этот уровень. Я думаю. Потом, когда я кого-нибудь улучшу, давайте пока что. Опять с пушкой, смотрите. И у них еще и молотильщик будет. Ну, ничего себе. Вообще, ну давайте помочим их, попробуем. Так, ману сразу, хоть расстояние подольше тут, подальше точнее. Ману, молотильщик вышел на охоту. Давай, с молотильщиком встретимся. А, мой круче, видишь? Так, делаем. Ах ты! Так, надо лучницу, наверное, делать, или молотильщика, кого тут, я не знаю, но он так валит, это вообще, эта пушка. Вот самое главное, что она еще назад отлетает, понимаете, и до нее не добраться. Да не сложно добраться просто. Надо босса, наверное, на них не тратить. О, двое, троих сразу, отлично, нормально. Так, вот это, конечно, мне повезло, что они втроем сразу стояли, и в этот момент фаербол появился. Так, молотильщика делаем, и сейчас нужно будет босса сделать. Пускай босс их сдерживает просто. Так, босс есть, и теперь я могу немножко своих воинов подделать. Потому что до этого это вообще была жесть какая-то. Из-за этих, которые стреляют. Я так понимаю, что вот радиоактивного зомби вообще смысла нету делать. Что он сделает вообще? Он просто не дойдет, они его там, эти пушки, сдалека просто будут мочить, и все. Так, в этот раз у меня...
Все, отлично. Победа менее за 150 секунд. Башню не тронули. Так, новый уровень у нас тут открытый. Так, энергии у меня нету, это, наверное, уже все. Я когда вот, тренирую отряд, у меня энергия тоже отбавляется. Ну, давайте, смотрите, кто это такой. Круглый какой-то робот. Да, видите, все-таки нужна энергия. Давайте я тогда пополню один раз энергию и еще сыграем. Готово, энергия есть, можно помочиться еще разочек. Так, продолжить. Во, смотрите. Тут расстояние уже подальше. Нормально, ждем, пока они выпустят своего первого монстра. Так, я пока что ману буду улучшать по максимуму. Пока никого нет. Они, может, тоже ману улучшают? Или как у них там это все работает? О-о-о. Пришел стреляющийся какой-то. Ничего себе, он валит ракетами. Так, ой, ё-моё, сейчас дойдет. Молотичек, давай. Блин, блин. А куда он полетел? А он вообще, не знаю, улетел куда-то. Давай фаерболом бомбанем по двоим, пока что они стоят тут. Так, надо лучницу сделать. О, блин, зря я лучницу сделал, наверное. Сейчас этот... Смотрите, придет и бомбанет. Хотя он в лучницу не попал, вроде как. Так, молотичка тоже делаем. А чё он сразу полег? Молотичек бедненький. Так, ладно, лучницу тоже делаем. Так, сейчас босса нужно сделать. Монетку забираем. Так, где босс? Где босс? Босс, 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 давай! Выходи! Отлично! Босс вышел наш. Так, и сейчас он его прихлопнет. Давай, мочи его! Отлично, там винтики разобрали. Так, вот карточка. Фаербол. Так, давай, вперед. Вперед, молодечко делаем тоже. Вот это заруба у нас тут. Месиво просто так... Стоп, ману, ману, ману берем. А, хотя мана уже максимум. Что ее брать было? Так, ладно, ладно, кого сейчас делать будем? Наверное, взрывающегося. Имеет смысл делать или нет? В принципе, мы уже задавили их конкретно. Вплотную подошли, так что я буду делать теперь взрывающихся. Так, карточка. Не забываем карточки забирать, потому что... Карточки это... О, видели? Огненная стрела. Она наносит периодический урон. Так, бомбанем напоследок. Отлично, монетку тоже забираем. 45 золотых. Так, и опять в этот раз все по максимуму прошли. Новый уровень 8 в сундуке, что у нас? Так, максимум энергии. Вот так. Так, ежедневное испытание теперь разблокировано. Вы готовы проверить свои навыки и выиграть великие награды? Так, что это такое? Награды 2 хищнец. Завершение через 7 часов 12 минут. Захватчики здесь, чтобы побеждать. Вы наша единственная надежда. Время битвы 3 минуты. Так. Вторжение. Ну что, битва? Так, я против них буду, против захватчиков. Какой у меня отряд будет? Вот мой отряд. Ну что ж, ладно. Давайте. Так, стоп, а чё так мало? Подождите, а где мои остальные? Я не могу остальных, получается, брать, только этих. Вот весь мой отряд. Это весь мой отряд. Подождите, а мне нужно 8 уровень получить, если я сейчас выйду, я, наверное, это потеряю или нет, все. Даже не знаю, ну ладно, давайте. Битва одно сердце стоит, что это? Эти-то заблокированы у меня пока что, крутые воины, ну ладно. Так. Ману. О, время показывается, 3 минуты всего. У нас есть на эти дела. Так, идет какой-то захватчик у нас. Давайте рыцаря делать тогда. Ну-ка, как он валит? Да, валит он, конечно, мощно. Муравей. Так, ману. Рыцаря делаем. Ману. Так, так, и давай. Давай, вот это вот, смотрите, он с какой-то веточкой просто идет. С грабельками.
Так, 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 давайте. Мочите. С грабельками, давай. По голове ему грабельками дай. О-о-о-о. Вот это, конечно, мощный был чувак. Точнее, не был, а он такой и есть. Давай хоть лучница там. О, отлично, лучница. Нормально его бомбануло. Так, делаем рыцаря этого. Ману можно, в принципе, хотя мана мне тут особо не помогает. У меня все равно воинов очень мало. Так, вот сейчас вот бомбанем по муравью, поэтому делаем. Делаем с грабиками. О, что это? Ничего себе, кто это стреляет там в меня? Вот это, конечно, выстрелы были меткие. Да, все, короче, мне хана. Похоже, что да. Похоже, мне кирдык пришел. Давай с грабиками. Он даже ничего сделать не успел. Просто появился и все. Нет, эту битву никак не выиграть. Такими темпами никак. У меня, короче, войны вообще какие-то, я не знаю. Надо как-то по-другому было делать. Ладно, продолжить, что там у нас? Так, назад. Потом оценю. Потом соберу... Да хватит уже! Потом соберу свой отряд. Так, квесты. Так. Забираем награду за квест. Так, все, больше нету пока что ничего. Так, а что я хотел? Я хотел... Так, а секундочку, армия. Так, ну, вообще-то... Я не знаю, может кого-то заменить мне в моей армии? Давайте подумаем, кого. Кого можно в моей армии заменить? Ну, я не знаю, вот ту кричащую на кого-то менять, я думаю, пока что смысла нету. Давайте просто улучшим свой отряд. Так. 700. 700. Так, этого тоже улучшаем. Так, ну и башню тоже улучшаем. Так, ну что же. Вот у нас, кстати, это ежедневное испытание, я его могу еще раз. Открыть. Ежедневное испытание, но я что-то пока что пройти его, наверное, не смогу. Так, а секундочку, где тут у меня была тренировка? А, ну да, я, в принципе, пока что только за кристаллы могу. Ну что же, ребята, продолжение будет в новом видео. А если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачки, хорошего настроения и пока-пока!